Я купил сопровождение учителя за 100 и за 1000 рублей. Посмотрим, кто мне лучше сделает. Троды, да? Ты нормальный? Ты будь нищий. Дай лучше тебе софт завтра сопровод сделать. Иди. Стоп. Что? Нет, не бойте, пожалуйста, не надо, я вас умоляю, нет, не надо, этот читер меня в ТД позвал. Всем большущий рад приветствовать, мои дорогие друзья, в данном видосе, я думаю, вы поняли, в чем у нас будет заключаться наша рубрика. Короче, ссылочку на Метрошоп 4 я оставлю в описании, классный магазин Метрошопа, сопроводы и много всего, короче, все, давайте. Приступаем к нашему любимому видеоролику. Мы нашли сопровождение приблизительно за 100 рублей. Посмотрим, как мне его сделают. Короче, let's go. Из своего клана я ливнул полностью. Все, убираем. Идеально. Ну, у меня нету второго аккаунта, поэтому я буду играть на этом. Надеюсь, не забанят. Все, мы купили. Примерно тут сказано, вынос 5,5. Дают full 6. Let's go. Проверять. Небольшая рекламка, если ты знаешь, где приобрести скины, как у меня, тогда тебе билдроп. Сперва пополняй баланс через мой промокод. Давайте же откроем кейс Рангель. Давайте 5 штук. Открываем. Ну давай, что же? Красный. 3 красных. Сюда продаем. Также за открытие кейса вам даются монеты. Давайте обменяем все это дело. И что же? Выбираем. Давайте посередине выберем коробочку. Мне дали сковородку. Все, ставим на вывод наши USI. Все идеально. Заявку мы отправили. Ссылка в описании. Ну а мы приступаем. Все, мы уже стоим с читером в лобби. Ты сопровод заказал? Я ему написал. У меня друг читер, но я тебе смогу, наверное, сделать. Так, мне читер нужен. Он смеется. Я читер. Да. Так ты сказал, что это твой друг. Так я и есть свой друг. Ля, ну чувак вообще на приколе. Я патроны не взял. Тихо. Патроны дай. Он чё, угорает? О, я чё-то немного не уверен. Чё-то он не похож на читера. Как он на это отреагирует? А, люди! Да ну, серьезно? А я? Ты куда? Давай, тащи. Читер. Давай. Ты сможешь. Давай, братик, тащи. Хуёвый из тебя читер. Убирай! У меня есть идея. Идеально. Маш, этот... Чё? Ты же, надеюсь, закуп сделал? Да, я, по-моему, забыл. А, я тебя от кивзал. Давай, братик. За мной издеваешь? Патроны дай. Ты ненормальный? Ты патроны можешь мне дать? Чё он сказал, я обязан лутовать? Так патроны дай, блядь. Да не, патроны он мне не дал. Знаете, я даже не боюсь на основном аккаунте играть. Потому что я не уверен, что меня забанят. А что я вообще даже не уверен, что... Это вообще читер, да? Но то, что этот мелкий хуесос зажадничал патроны, да, это обидно. Watch out. А у нас люди. Патроны дай. Мы же мне эти патроны скинул. Где? Ну иногда не забанят. Да ну, он угнал. Патроны дай. Да ну, я чё сплю? Он всех забрал. Ну, давайте фасиком метро. Да. Подожди, а тут люди. А, да вот они. Все, они пушат. Они идут. Давай, тащи. Лол хп был. Я думал, за 100 рублей будет получше. Я чё-то не уверен, что мне сопровод сделает. Я ему написал. Это же ты бот. Нет. Угу. Не махай кулаками, не ставь. Чё он говорит? Знаете, в прошлом ролике, где ребята мне делали сопровод, даже за 10 рублей было получше, чем за 100 рублей вот с этим. Ты бот нищий. Так, стоп, уже нарадки. Его повесить. Да, у нас люди. У нас люди, они идут. Давай, тащи. Уйди! Какая оружейка? У нас люди! У меня упал. Давай, тащи! Уйди! Все, идеально. Ты где вообще? Я не понимаю. У меня есть идея. Все, идеально. Давай, читер, тащи. Давай. Ну я понял. Я ему написал.
Да, у нас люди. Сливаются. Идеально. Короче, я сейчас своего тиммейта, наверное, позову. Подожди. Все, угорает. Сейчас я софта позову. Какой же ты гадок. Давай лучше тебе софт завтра сопровод сделает. Иди нахуй. В итоге я слил больше, чем поднял. Я нашел сопровождение за 1000 рублей. Короче, это самый дорогой сопровод. А тут реально видно, что он читер. У меня уже на этот раз сомнений не будет. Тут прям, ну, реально, тут вроде реально читер. Вынос там 40 миллионов, короче. Все, давайте, let's go. Проверять. Я у меня уже купил. Жду его. Запрос я ему отправил. Ждем. ТМК вышку обязательно давать. Мне очень интересно, как он будет делать мне сопровождение. Так, он мне дал full 6. Подожди. Погнали, там до. Или до. Он говорит, что там люди. Он врет. На камне, брат. Я обосрался. Говорю же, на камне. Так, он пайтится. Его докнули, все, его сразу добили. Вот суки, блядь, ебаные. Чё? Да, вот, ну, да, идеально. Самое главное, слился. Его очень плохо слышно. Я не понимаю, куда мы бежим, на босса? Там в спину бегут, я так предлагаю залезть на крышу и соснуть куда-то. А, бля, он запалит меня сейчас, подожди. Залезь. Ты запали, скорее всего. Кто запали? Ай, я увидел, там люди. Давай, тащи. Хорош. Я вообще никого не вижу. Он там, я не знаю, флопан, он стоит, убивает. Да вот он, бежи. Открой, иди чекай. Да вот он бегает, парень. Ну так, я ему чуть-чуть помог. Все добил. Он всех убил. Сталь прям полузалитая. Да, он вообще розовый. 5-я броня. Знаете, я немного переживаю за свой аккаунт. Я немного отходил. Да, да он там всех убивает. Надо ему вопросы подозадавать. Но сопровождение он в соло делает прям нормально. Но это куда лучше, чем за 100 рублей. Да, у него там люди. Просто сколько тут лута, брат. Стоп! Что? Нет! Не бойте, пожалуйста! Пожалуйста, не надо! Я вас умоляю! Нет, не надо! Не бойте! Не надо! Нет! До свидания! Не бойте, пожалуйста! Не надо! Нет! Лишь бы не забанили! Да, все, идеально. К сожалению, придется рисковать, потому что у меня аккаунта нету. И я буду играть опять на этом. Его разбанили. Как ты думаешь, мы выбили вещей уже на 1 лям? Ну, за 2 дня, я думаю, да. Потому что за 2 дня он мне выйдет только 2 миллиона. Почему мне делают такие ужасные сопроводы, я не знаю. Я ему задал вопрос. Не всегда. И без играть. Но на моей микроволновке сейчас только с читом и играть. Как я понял, у него слабый девайс. Не боишься? Бана, который никогда не прилетит, потому что у меня есть антибан. Хуёвый у тебя антибан. Бан навсегда мне вообще никогда не прилетит. Мне даже это не светит. Да, почему потому это? Потому что антибан есть. Типа, его навсегда не банят? А на вот эти вот один день, 2 дня, то, ну вот один день, и вот все вот эти часы, оно не работает. Оно работает только навсегда. Я навсегда забанить не может. Я просто в шоке. Я еще без аима, короче. Я буду only bullet track. Ну, типа, патроны наводятся. Типа, типов летит. Вот я могу. Я просто не понимаю, как их не банят. Вот серьезно. С читами не играйте, парни. Играют только те, которые вообще не умеют играть. Я не понимаю, как таких играют, не банят. Ну, это как? В метрохе можем принять. Да, у нас люди в метро, и причем он знает, какое оружие у каждого противника. Они принимают. Да я уже понял. Они там сидят. Лови. Я что-то передумал. Ай-яй-яй. Больно, братик. Не надо. А, там ци. Живи там последний. Он, видимо, обходил. Знаете, почему я убиваю противников? Уэ-уэ. Потому что я не хочу, чтобы мне бан дали. А второго аккаунта у меня нет. Чего-то тишина. Ой-ой-ой, красный. Черное письмо. Сюда. Слышишь, да, уходим. У меня фул инвентарь. Нет. Он еще угорает. И знаете, что я заметил? После 1/6 брони он сразу идет на выход.
какой же кайф. За два дня мне сделают первый вынос. А тот человек, которого я брал за 100 рублей, он так и не сделал ни один вынос, и он куда-то ливнул, пропал, то есть. Но самое худшее сопровождение, это вообще за 100 рублей. То есть мы с ним пару раз слились, и все. Он не отвечает, не заходит и не хочет делать мне сопровождение. Жду его ответа. Ну, если по всем каналам посчитать, около 10 косарей. Это прям малая часть. А если даже и попадется, они обычно не палятся. Интересно. Кстати, на ротейке вообще почти никого нету. Я типа забитого вижу, пойдем. Да, он мои вопросы тупо игнорит. Да, по-любому у него там столько лутбоксов просто. Да, он мне киллы оставляет. А у него и ничего и нету. Ну не игнорь. Ответь. Я говорил, 3 месяца плюс 3 недели. А зачем скачал? Скачал? Ну, мне, я не вывозил вообще, в принципе. Сколько я не играл, я не вывозил, а больше года играл, я просто не вывозил и решил попробовать. Ну, в целом, это было ожидаемо. Мне сделали первый вынос. Все, типа, сколько играет. Он уже что-то подозревает. Мне интересна его реакция. Ты это даже проверить хочешь, можешь пойти один на один потом. Вот это уже прям интересно. Ну, посмотрим. Спереди взрывы, там уже люди. Они уже залетели, они уже сейчас на этот садятся. Как бы мне не дали бан. Один в нашу сторону побежал. Один в нашу сторону бежит. Да в какую? Все, уже не бежит. Я понял. 1-7-416, если что. Черт, он знает, какое оружие у противников. Да, он уже ног дал. Подожди, он двоих. Одиночные! Он тупо всех забирает. Он всех забрал. Я просто ничего не делал, он бегает, всех убивает. Но я думаю, вряд ли, что кто-то меня будет покупать сопровождение чизера и играть на основном аккаунте. Да там си! Так где он? Я не понимаю. Какой нахуй босс? Меня пушат! Помогите! Там вот он, говнюк маленький. Там вот он сидит. Давай. Лови мой братик. Ребята, вы гоните. В принципе, я могу не париться, он там всех убьет. Но как по мне, убегать против читера бессмысленно. Этот парень просто убегал. Как же я не люблю лутать кейсы, но придется. Что? А что с ним? Его забанили? Вроде надписи бана не было. И что мне идти поделать? Но за 1000 рублей мне один раз только вынесли. Да у меня тип. Идеально. Давай. Ну что ты, лысый? Да, сипейтов твоих нету. Давай, братик. О, ДБС. Короче, он мне написал, его аккаунт отправили на наблюдение, и сопровождение он мне сделать просто не сможет. Короче, все, умираем. Этот читер меня в ТДМ позвал. Пошла возня. Он меня прям за секунду сбрил. Ля, этот бро подкат юзает. Будет немного неудобно. Что? Он даже на меня не смотрит. Он меня просто убивает, несмотря. Это просто жесть. Сейчас мне нужно немного разогреться. Не, ребят, это будет непросто. У него есть ВХ, знает, где я нахожусь. У него АИП. Голова есть. Все, доел. Короче, мы договорились без подкатов. Я не могу его обойти, я не могу его препнуть. Типа, это я даже не знаю, где его слабости. Я даже пикнуть не могу, потому что это просто бессмысленно. Как бы я быстро не пикал, он меня все равно забирает. Идеально. У меня уже каска в ноль. Ой, хорошо. Идеально. Не, парни, флопа, на него выходить это бессмысленно. Он думает, я от левого пика играть не умею.
У меня за один пик, смотрите, сколько снес. Всем я желаю удачи, всем пока-пока, до скорых встреч.